4, 5, 6. Категорически всем привет, друзья, товарищи. Роман Медрук, автобусный завод Джон Тонг. Снова с вами. У нас сегодня на обзоре не iPhone, не Huawei. А что бы вы думали? Электромаленький Джон Тонг. То есть, в принципе, это так называемый телефон на колесах, потому что у нас Xiaomi уже выпустила электромобиль, и Джон Тонг выпустил своего рода такой маленький, такой компактный микроавтобус. Я не знаю, для каких поселений, да, то есть, скорее всего, мне кажется, что в Китае очень, наверное, это вообще для перевозки сотрудников, большой город, маленький город, какой маршрут. Это же автобус же будет в Китае работать, правильно? То есть, в Китае. А где? Мне кажется, в Китае столько людей, что у него просто... Где такие вот линии есть, где такой есть маршрут, где могут перевезти такие маленькие автобусы людей? Автобус очень маленький, то есть у нас номинальная вместимость где-то, наверное, человек здесь как бы 25 всего от силы, да? Не знаю, где он будет работать, вот ей-богу, как бы, да, не говорю, потому что не знаю. Вот, поэтому, слушайте, ну вот таких машин очень-очень много по заводу бегает, как бы, ну, в производстве, не по заводу, а на производстве, да? То есть есть различные цвета, белый, синий, красный, сейчас мы просто увидели, искали нашу русскую машину, увидели вот такую зеленую штуковину, да? Значит, у нее длина... 5,99. Итак, длина ударного автобуса 6 метров, точнее говоря, 5,990. Значит, городской электросамокат, не знаю, как еще его обозвать, да, то есть вы посмотрите просто на это чудо. Внешний дизайн, как мы с вами уже видели такую же подобную маску, кстати, по-моему, на ролике уже снимал. Это был автобус 8-метровый. Электробус, да, синего цвета, уже такой более растянутый. Это у нас модель более укороченная. Значит, здесь у нас рессорная подвеска с вами идет. Запас хода у данного автобуса 350 км. То есть, в принципе, как бы при его номинальной, так скажем, вместимости в 25 тамчок, например, да, 350 км, я думаю, что вполне себе достаточно более чем. Передняя часть у нас с вами сталь. Сталь. Алюминий, стекла. С каждым разом дизайн автобусов Джон Тонг становится все красивее и красивее, потому что, ну, реально китайцы сейчас бегут впереди планеты всей, не только в плане технологии, но и в плане уже красоты, и в плане дизайна. Поэтому, ну, здесь я могу сказать, поставить твердую пятерку, да, потому что, ну, машинка реально очень интересная. Значит, у нас одна дверь, слава богу, вот вторую дверь втыкать некуда, поэтому у нас с вами одна дверь. Задняя подвеска, само собой, у нас тоже рессорная. Стекла у нас, как видите, такие большущие форточки. Значит, здесь у нас идет с вами отсек для зарядки этого пылесосика небольшого, да, выключение массы. Задняя часть у нас очень похожа на тот автобус, который мы с вами смотрели, но здесь по-другому реализована облицовка именно задней части. В задней части у нас расположен аккумуляторный отсек. К сожалению, увы, говорю, съемка совершенно спонтанная. Он находится там, попытаемся, конечно, открыть, но не обещаем. Уже про эти вещи, как камера заднего вида, честно говоря, в такой машине стрёмно говорить, потому что фигня, это камера, мы смотрим просто на всю эту внешнюю красотищу, да, которая здесь как бы представлена. Значит, вот есть запасный выход, точно, я помню, что его видел где-то, думаю, как же вторая дверь. Запасный выход есть, он, в принципе, закрыт как бы сиденьями, там есть там небольшой проход, да. Водитель заходит у нас с левой части и садится за место водителя как бы через салон. Блин, ребят, ну как бы это, давайте посмотрим теперь внутреннюю облицовку, потому что больше мне добавить пока, честно говоря, больше нечего. Итак, автобус у нас не низкопольный, то есть есть просто одна небольшая ступенька. Значит, здесь у нас получается с вами 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15 у нас посадочных мест. Плюс человек 10 здесь будет стоять, как бы не ошибся, 25 мест посадочных, да. То есть накопительная одна небольшая площадка, гигантское ведро для мусора, да, потому что 25 человек будут свиначить капитально, потому что сделали сразу большую мусорку. В задней части у нас стоит подиум автобусный, один люк, конде есть, поручни, опа, есть, багажных полок нет. Самое прикольное, что мне нравится в Джон Тонге, да, то, что они на любом автобусе, будь то городской, пригородный, не знаю, там, для перевозки рабочих используют реально очень кайфовые материалы для пола. Потолок, боковины, шторы, пластик и прочее. То есть реально материал очень кайфовый, будет долго ходить. Поэтому, как бы, многие спрашивают, типа, как они себя показывают в плане ходимости. Ну, как видите, как бы все хорошо. Значит, так, обдув кондиционирования находится слева и справа. Опять камеры.
USB почему-то нет. Здесь вот эти сидушки сделаны очень грамотно. Кронштейн и крепление кронштейна идет из боковины, то есть как бы здесь удобно быть. Здесь как бы, да, вот можно было бы, думаю, бы сделать, чтобы совсем уже сделать эту в этой машине колоссальный писк в плане удобства, чтобы тоже так же кронштейн выдвигался и сбоку, и тогда уборка этого бы площади бы занимала бы реально минимальное количество времени. Так, ну. Справа раз находится ящик, я так понимаю, для сбора денег. Главное, чтобы это был не шреддер, блин. То есть вы туда деньги пихаете, например, а это шреддер оказался, и просто... И у вас такие вермишели такие денежные такие снизу вываливаются. Поэтому это вот такой вот у нас ящик. А там что у нас? В ящике что-то закрыто. Но мы, к сожалению, с вами не посмотрим, потому что невозможно. Итак, ныряем. Ой! На место водителя. Заходить, конечно, надо не забывать прижимать голову. Как же я хотел снять этот автобус, а сказали нам нельзя, потому что уже чисто. Место водителя. Небольшой руль. Чувствуешь себя, в принципе, реально как за рулем микроавтобуса а-ля Volkswagen, либо какой-нибудь там Mercedes, да, то есть когда у тебя за твоей спиной там буквально всего лишь 7 метров, здесь у нас с вами 6 метров и есть. Так. Угу. Здесь у нас с вами... Угу. Это что такое, блин? То есть это контроллер как бы дыма в салоне? Че, серьезно? Да, серьезно. Там сказал, что внутри дыма проверить и предупредить систему. Вот это прикол. Ну ладно, как бы, ну, в автобусе курить, как бы, само собой, нежелательно. Тут дети есть, и беременные. Ну, как можно в автобусе курить? Так, дальше по торпеде. Ну, торпеда как-то очень интересно сделана. Обычно она идет в формате такого, что все тебя облегает, все кнопки. А в данном случае почему-то сделано, что они от тебя отлегают кнопки, да? Поэтому, ну, в плане управления здесь небольшое количество кнопок. Так, а где у нас включается, кстати, передача вперед-назад, когда он ехал? Я вот не хотел в автобус зайти, не удалось посмотреть. Как он поехал вперед? Подожди-ка, наверное, на ручке нет. Ну, слушайте, прикольно, да. Вот она. Прикиньте. Драйв, нейтрал, реверс. Прикольненько. А я думаю, где тут кнопки находятся? Совершенно непонятно. Вот. Опять Жонтонг поразил своей уникальностью в плане того, что вот ты в любой какой-то, ну, точнее говоря, в новый автобус заходишь, да, и у тебя что-то ждет обязательно что-то новенькое, да. Вот то же самое и здесь. С помощью этой штуковины мы включаем, как на американских этих больших кадиллаках. Трук-трук. Так, значит, по кнопкам двери, освещение, отопление, все. Просто все, потому что больше здесь делать, ловить нечего, потому что больше водителю знать нечего. Только на тебя будут смотреть камеры, вентиляторы. Надо еще научиться тахографом пользоваться и водить эту маленькую штуковину. О, как приятно, слушай. Клево. И она прямо фиксируется очень хорошо. Вообще ништяк. Такую шторку я сегодня видел в Иордании, прямо там, прямо очень так нежно тоже шторка опускалась. Фу. Ну что, друзья мои, как бы вот и закончили мы наш небольшой тест-драйв нашего 6-метрового электросамоката, я не знаю, как для 25 человек, поэтому что, ставьте лайки, пишите комментарии, выигрывайте призы, подписывайтесь на все ресурсы. Поэтому это Роман Дмитрук, Джон Тонг, мы с вами 25/8. Пока. Не ровень час, YouTube закроют. Добавимся во все соцсети скорее. На любой вкус.